Всем доброе утро. Сегодня у нас будет монтаж теплицы фермер 3х6, дверь цельная, дверь с форточкой и фрамуга коньковая ручная. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Вот там будет брус вдалеке монтироваться. Теплица будет стоять на нем. Заканчиваю строительство каркаса, сейчас крепим его, добиваем прогоны и начинаем крыть. Покроем. Останется установить, обшить двери, установить коньковую фрамугу, обшить ее и натянуть систему подвязки. У нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня фермер 3х6. Идем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны. Цельная дверь с другой. Также имеется коньковая фрамуга на ручном управлении. Каркас для нас профильной трубы 20х20, арки в виде ферм. Добавлены усилители для большей жесткости. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также по периметру торца установлен резиновый торцевой уплотнитель. Вот такая очень прочная, надежная, аккуратная, красивая теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.